Ольга Дроздова призналась, что крупно поругалась с Дмитрием Певцовым. Скандал будущих супругов случился после знакомства на общем проекте. Они на тот момент уже дружили, но между ними пока еще не было романа. Дроздова доверяла актеру и не ожидала от него предательства. Артистка вспомнила. Певцов у нее за спиной договорился с режиссером фильма, где они снимались, об обнаженной съемке. Она была резко против, так как не хотела ни в коем случае раздеваться перед камерой. «У меня же строгое советское воспитание. Я была в такой ярости, что уехала в другую страну», – поделилась Ольга в интервью шоу Аллы Довлатовой на русском радио. Дроздова сбежала, но думала вернуться через пару дней. «Тут как раз путч начался», – сказала актриса. В итоге Певцову пришлось ждать возвращения обиженной звезды целых 3 недели. Этим она его проучила, и больше, кажется, в их семейной жизни таких ситуаций не возникало. Супруги вместе уже 25 лет. Год назад Ольга отметила годовщину свадьбы сменой фамилии. По документам она теперь тоже Певцова. На этот шаг она долго не могла решиться из-за бумажной волокиты. Работать актриса продолжает под своей девичьей фамилией. Пара воспитывает сына Елисея, которому сейчас уже 13 лет. Кроме того, чита заботится о названной приемной дочке Алене Деркач. Она была студенткой театральной студии Певцова, но со временем очень сблизилась со звездной семьей.